21-й открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства Департамента охраны Министерства внутренних дел объявляется открытым! Вот так торжественно и ярко, сохраняя добрую традицию, был зажжен памятный огонь и дан старт 21-му конкурсу профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД. 8 команд из представителей Минского городского, а также всех областных управлений, команды управления по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в течение 4 дней, демонстрируя свое мастерство, силу, навыки и знания, будут состязаться за звание лучших. Сегодня Департамент охраны – это та структура, которая обеспечивает общественную безопасность в нашей стране, охрану особо важных предприятий, стратегических объектов, а также помещений с личным имуществом граждан. Кроме этого, у нас появляется в Беларуси новый блок и новая возможность – охрана жизнедеятельности наших граждан. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты в нашей отрасли. И конкурс профессионального мастерства наших сотрудников – это экзамен, который мы сдаем вместе от охранника службы сторожевой охраны до руководителя департамента. И я уверен о том, что мы оценим уровень своей профессиональной подготовки, внесем коррективы в наши программы готовности и надеюсь о том, что в дальнейшем департамент будет таким же надежным для граждан нашей страны и безопасным. Уже более 70 лет, находясь под знаком мудрой и всевидящей совы, они надежно защищают граждан нашей страны и соответствуют мировому уровню общественной безопасности. Не отстают они и в спортивных показателях. Сотрудники сильнейшего подразделения МВД на республиканском смотре-конкурсе будут бороться за пальму первенства, проявляя свои лучшие качества, еще раз подтверждая, что готовы в любой момент и в полной мере обеспечить надежную охрану граждан. 21-й конкурс профессионального мастерства вообще многообразен. У нас участвуют все профессии, начиная от рядового милиционера, заканчивая нашими электромонтерами, дежурными пульта управления, работниками сторожевой охраны. Вообще конкурс ежегодно становится экзаменом. Целый год сотрудники готовятся к нему, работники в том числе. Ну и лучших из лучших мы выявляем в наших экзаменах, состязаниях, что позволяет нам оценивать и вносить коррективы в обучение наших сотрудников. Старт открытого республиканского смотра конкурса профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД – захватывающее зрелище, которое никого не может оставить равнодушным. Тем более, когда соперники очень сильные и отважные, настоящие профессионалы своего дела. Недавно мы участвовали в открытом чемпионате внутренних войск, где заняли первое место. Мы уже участвовали в этом конкурсе 4 раза. Было и второе место, и третье было, и седьмое было место. Ну вот, наконец-то, первое место. Очень долго к этому шли, все получилось. Судьи были абсолютно объективны. Противостояние обещает быть жарким, ведь бороться есть за что. Помимо престижного места победителя, команда лучших участников смотра конкурса получит главный приз – служебный автомобиль. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.